В центре внимания легкие региона. В Ивановской области стартовали совместные проверки Россельхознадзора и Комитета по лесному хозяйству. Специалисты обследуют леса в различных муниципальных образованиях. Дело в том, что с 2009 года на территории лесного фонда региона введен карантинный фитосанитарный режим по трем видам усачей рода моногамус. Их еще называют дровосеками. Эти жуки-вредители портят древесину и негативно влияют на жизнедеятельность деревьев. Неоднократно каждый год в границах карантинной санитарной зоны продолжают находиться данные насекомые. Они никуда не исчезают. Связано это с нарушением карантинного санитарного режима лесозаготовителями. Также вот в начавшейся внеплановой выездной проверке об этом это лишний раз подтверждают. Штрафы грозят по статьям 10.2, 10.1, 10.3. Это нарушение порядка борьбы с карантинными объектами, нарушение порядка ввоза-вывоза. И, как правило, еще выдаем одновременно предписание на устранение данных нарушений, чтобы впредь подобного не повторялось.